Слушай-ка. Ты что, тоже вот недавно же в Китае приехал? За шмотками, что ли? Да не, какие шмотки, ты что? Провинция китайская, вот это Финчунвал Вэйви. Все ломал, мастер-классы показывал, все крушил. Балки, доски, ДСП, кирпичи, бетоны. Я там все просто вдребезги. Я понял, я рад за тебя, братуха. Что, из-за этого сейчас на по городу в кимоно лазишь? Ты что? Просто узнаю, да кто я такой. Пусть интерес проявляют. Что, я раз такое дело, братан, я тебе одного камня приведу, сможешь сломать, да? Газоблок зовут его. Приведи любого камня, ты что? Что стоишь, я говорю? Любого? А? Где ты ход нашел этот газоблок вообще? С Усть-Лабинска возим, земля сочинские, все олимпийские объекты на них построены. Серьезно? Ты ломать хотел, их-то и ураган не всегда берет, братишка. Три вот эти ветки ломать максимум. Завод «Главстрой» Усть-Лабинск предлагает газоблоки, обладающие исключительной теплоизоляцией и занимающие лидирующие позиции по прочности, огнестойкости, звукоизоляции, экологичности, сейсмостойкости. «Главстройблок» и строить легко, и жить комфортно.